последнюю неделю в Московской области выпала месячная норма осадков. Существенно осложняет положение дела внезапно наступившая оттепель. Буквально за ночь на крышах по новой нарастают сосульки. По сравнению с прошлым годом, в этом году очень тяжело. В прошлом году не было посередине зимы такой оттепели. И не были вот эти сосульки, протечки. А в этом году, видите, как снег лежит, так очень много снега упало. Работать приходится ежедневно от рассвета и до наступления темноты. По регламенту на кровле должно оставаться около 5 сантиметров снега, чтобы лопаты не повреждали покрытие. Хотя коммунальщики и стараются оперативно убирать скопившийся снег и избивать сосульки, но все же не стоит забывать о безопасности и стараться не ходить под крышами.